Castrol Edge – моторное масло, протестированное в условиях автогонок. Как убедить людей испытать его? Предложить им экстремальное приключение. Без новых технологий вам не выжить на смертельно опасной гоночной трассе Нюрбургринг. Мы в точности воссоздали эту легендарную трассу в 3D, а технология дополненной реальности и инновационная платформа Unity дали пользователям возможность получить необычный и реалистичный опыт гонок по полной опасности трассе. Купите продукт, снимите с канистры картонный руль с маркером дополненной реальности и, используя веб-камеру, управляйте виртуальным гоночным автомобилем на скандально известной трассе. Впервые в России мы применили платформу Unity, чтобы создать на простом веб-сайте игру со всеми возможностями консольной. Кроме того, мы расширили опыт использования 3D и технологий дополненной реальности. Для привлечения на сайт участников мы использовали различные методы. Брендированные группы в популярных социальных сетях, интернет-форумы, посвященные гонкам, вирусные видеоролики, конкурсы на популярных интернет-порталах. Люди не только участвовали в гонках, но и активно обсуждали их, сравнивая с консольными играми. Результаты. 602 964 посетителя сайта за месяц. 430 979 уникальных пользователей. 78 375 постоянных участников виртуальных гонок. Лучшие виртуальные гонщики поехали в Германию, чтобы оставить след на знаменитой трассе.